Поехали с вами дальше. Теперь еще одна вещь. В этом же задании, у вас будет задание, если вы хотите, вы можете зарегистрироваться в нашей партнерской программе. У нас четырехуровневая партнерская программа. И здесь, наверное, тоже есть люди с прошлых наборов, которые неплохие получают от нас комиссионные, за что и как, чуть позже я вам расскажу. И до этого набора она была двухуровневая. Значит, вы получали деньги только за тех, кого вы пригласили сами, и второе поколение, да, как говорят в сетевом маркетинге. Сейчас у нас четыре поколения, да, еще больше денег, и мы с радостью делимся с вами, да, поэтому зарабатывайте вместе с нами. И быстро реагируйте на все, да, когда у нас что-то происходит, потому что вот, например, мы хотели вас как-то порадовать, вас поощрить. И у нас был такой клич, кто приведет на наш курс с 14 по 18 мая 5 человек и больше, получит от нас подарки. Это тоже, скажем, методика раскрутки, вот учитесь этим вещам. И вот я хочу сейчас поздравить, а вы им похлопайте. Вот из всего того количества людей, которые у нас есть в партнерке, а их там более 1000 человек уже, 4 человека получили подарки. Это Богдан Китаевский, это Наталья Ширинова, это Елена Зыкова и Лидия Хала. И мы им послали в подарок замечательный с переводом тренинг Джима Рона. Это один из лучших, я буду вам тоже на каком-то вебинаре о нем говорить, один из лучших тренеров для лидеров. И Андрей Гавришин записал инструкцию, дал вам ссылочку на сайт, откуда можно скачать музыку, на которую нет авторских прав, потому что вы будете делать видео, если вы будете его закачивать на YouTube, и эта музыка кому-то принадлежит, то вам будут или в нескольких странах блокировать, или вообще блокировать эти видео. Поэтому вот такие важные и замечательные подарки получили эти люди. Я хочу спросить, а вот вы сами здесь у нас есть на вебинаре, потому что народу здесь очень много, как-то вот тоже отразитесь, что вы здесь и вы эти подарки получили. А если вдруг вы их не получили, то поищите внимательно на вашей почте. Вот Таня вас там научила, где и как на почте и шпаргалках у нас вы можете это искать. Вот такие вот подарки. Окей, поехали дальше. Значит, следующее, третье у вас будет домашнее задание. Вот, отозвалась Наталья, Богдан отозвался, ребята, да, Елена отозвалась. Я вас еще раз поздравляю, вы действительно молодцы, и это действительно такие бойцовые качества, что сразу же отреагировали. Вот человек пишет, хочу подарки. Ну, для того, чтобы получать подарки, надо что-то делать. Следующая вещь, здесь много роликов, у нас есть домашние задания, в которых 2-3 ролика, есть в которых вот первое домашнее задание 11 роликов, здесь вот в этом домашнем задании 8 роликов, но чтобы вы не пугались, ролики очень короткие, мы их специально разбили, чтобы буквально они были на одно действие, да, чтобы вам не надо было прокручивать, а где же это было, да, чтобы вот в этом маленьком ролике, трехминутном или пятиминутном, вы могли это получить. Значит, по скайпу. Секреты скайпа, тоже, ребята, что-то меняется, какие-то вещи мы там дописывали, поэтому посмотрите тоже эти ролики, все наладите у себя в скайпе и обязательно, да, еще раз, фотография, да, имя, фамилия на русском языке, для иностранцев на английском, не писать каплогом, имя и фамилия с большой буквы. Никаких ссылок рекламных там не ставьте, да, потом поставите ссылочку на ваш блог, можете написать какой-то симпатичный девиз, вот кто-то из наших курсантов приходил, мне так понравился девиз, написано у человека «Деньги в кармане еще не крылья, но походку меняют». Поэтому вот можете какие-то такие вещи, которые вызовут о вас приятные ассоциации, вот это вот в скайпе сделать, потому что скайп – это же тоже очень важный инструмент, с которым вы будете работать. Да, у Гулианы замечательный девиз, очень смешной и очень классный, и такой позитивный.